Директора алтайского предприятия «Модест» задержали в Барнауле. Антонида Устинова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следователей, за 3,5 года и поступили откаты на сумму более 7 миллионов рублей. Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе данного предприятия в качестве поставщика товаров для нужд общества. Сейчас следователями ведется сбор и закрепление доказательств. Добавим, что «Модест» – единственное предприятие в Алтайском крае, которое производит молочную продукцию для детей. Устинова проработала там более 20 лет.